Кирилл Евстигнеев призван в рабоче-крестьянскую Красную армию 21 сентября 1938 года. Служил на Дальнем Востоке. В 1941 году окончил Бирмскую военно-авиационную школу пилотов. Служил в должности летчика-инструктора. В конце 1942 года его направляют в Москву, где ему удалось добиться отправки на фронт. 17 марта 1943 года был на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Курской дуге на истребителе Ла-5. К ноябрю 1943 года совершил 144 боевых вылета. Им лично было сбито 23 вражеских самолета и 3 самолета в группе. 2 августа 1944 года старшему лейтенанту Евстигнееву Кириллу Алексеевичу было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». К октябрю 1944 года гвардии капитан Евстигнеев совершил еще 83 вылета, в результате которых им было сбито еще 20 самолетов. 23 февраля 1945 года Кирилл Евстигнеев награжден второй медалью «Золотая звезда». А к весне 1945 года совершил около 300 боевых вылетов, участвовал почти в 120 воздушных боях, сбил 53 самолета противника лично, 3 в группе, и кроме того, один бомбардировщик ему не был засчитан. Войну закончил в Венгрии. После победы продолжил военную службу в должности командующего истребительным авиационным полком. В 1966 году ему было присвоено воинское звание генерал-майор авиации.